Всем привет, с вами Silent Tip, и в этом видео я расскажу вам, как в SketchUp сохранить картинку без фона. То есть сделать так, чтобы на выходе у вас получилась просто картинка без неба и земли. За место неба и земли в ней будет абсолютно прозрачный альфа-цвет. Нам понадобится SketchUp 2017 версии. Возможно, это работает и в 2016 и 2015 версии. Не проверял. В 2014 точно не работает, там я проверил. Итак, поворачиваем камеру как вам надо и нажимаем вверху «Файл», «Экспорт», «2D графика». В появившемся окне выбираем папку, куда будем сохранять картинку. Выбираем в выпадающем меню «Переносимая сетевая графика PNG». Нажимаем кнопку «Параметры». Задаем размер будущей картинки и ставим вот эту галку «Прозрачный фон». Вот, собственно, и весь секрет. В 2014 версии и более ранних версиях SketchUp этой галки прозрачный фон нет. А жаль, очень полезная функция. Сохраняю картинку и открываю ее в Photoshop, чтобы посмотреть, действительно ли фон у меня прозрачный. Но картинка у меня сохранилась не так, как мне хотелось. Земля-то стала прозрачной, а вот небо осталось непрозрачным. Если кто не в курсе, то вот этой шахматной плиткой обычно обозначают прозрачные цвета. Итак, чтобы и небо стало прозрачным, мне нужно отключить его показ в стилях SketchUp. Возвращаюсь в SketchUp и открываю окошко стилей, что запрятано в окно, лоток по умолчанию, стили. Перехожу во вкладку «Редактировать» и нажимаю вот сюда. Снимаю галку «Небо». Теперь небо у меня не будет сохраняться в картинке. Снова делаю экспорт. И открываю картинку в Photoshop. Теперь все получилось так, как надо. Фон у меня прозрачный. Я теперь могу поставить на фон фотографию. Вот эту, например. Перемещаю ее на слой ниже и выравниваю. Вот что позволяет сделать прозрачный фон. На этом у меня все. Надеюсь, мне удалось объяснить вам, как в SketchUp сохранить картинку без фона. Всем спасибо за просмотр. Если ролик был для вас полезен либо бесполезен, ставим пальцы вверх или вниз. Если хотите и дальше смотреть мои ролики, то подпишитесь на канал. Чтобы YouTube уведомлял вас о выходе новых моих видео, зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол. Перейти на главную страницу канала можно, кликнув по моему нику Silent Tip Design под видео. Когда именно на моем канале выйдут новые видеоролики, вы можете узнать из специально созданного для этого календаря. Ссылка у вас на экране. Также она продублирована в описании под видео. Если есть желание и возможность, то можете задонатить мне немного денег. Реквизиты кошельков есть в описании под видео. Также милости прошу посетить мою группу ВКонтакте, где я выкладываю различные анонсы и голосования. Ссылка на группу у вас на экране. Также она продублирована в описании видео. Ну и вы можете посмотреть другие мои обучающие видеоролики по программе SketchUp, которые уже вышли на канале. С вами был Silent Tip. Всем удачи!